Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 1 июня 2019 года. Я нахожусь на улице Терская и смотрю, что творится вот с деревом. И такое дерево, к сожалению, не одно. Это белая бабочка вредит. Ну, ее личинки, ну, насколько я знаю. Вот. А что это? Это пух, ребят. Вот это вот? Который уже задрал, дышать невозможно. Да вы что? Конечно, это пух, посмотри, он кругом. Это не ну, бабочка. Ну, а пух. Это этот, как это? Орех, фундук это у меня. Да вы что? Конечно, серьезно? Конечно. А, это ну... дождь прошел. А. И вот она теперь все висит. Это пух. Ну вот видите, а я чуть это пух. Не, не, народ чуть в этом заблуждение внезел. Это ж вот у нас. А вот это вот тоже что ли? Вот я думал, вот это вообще голое что-то. Это были раньше громадные какие-то поля. Угу. Их побрезали. Теперь они опять выросли, опять пушатые. Ясно. Представляешь, тут жить невозможно. Понятно, понятно. Все. Вот. Так вот на ходу, видите, поправляю, то есть я чуть не внес ложную информацию. Ну, вчера я видел, как в информационном выпуске «Анапа регион», что сейчас действительно нашествие белой бабочки ожидается и все обрабатывают, вот. Проблема, которую ожидают специалисты буквально через месяц, более серьезная. Это налет первого поколения американской белой бабочки. Зимы в этом году практически не было. В связи с этим численность насекомых значительно увеличилась. Этот вредитель опасен для 230 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений. А я думал, вот это и березу тоже. Все здесь вот. А это, оказывается, от тополя. Но почему выборочно? Опять же, вы смотрите, вот это вот дерево, допустим, тут нету. Вот это чистое дерево. Та береза чистая, а вот это вот тоже в пуху. Друзья, не могу поверить, что это все-таки пух с тополей. Вот это чистая, это тоже береза. Тут чисто. С другой стороны, нет оснований не доверять хозяину, он-то свое дерево знает. Вот, а вот шелковица. Шелковица, друзья, она уже падает. Чернеет она на деревьях. А вот она вот так вот падает. О. Вообще она, конечно, вкусная, приятная на вкус, такой кисловатый, но есть ее с земли, конечно, ну, не очень так этично. И она будет очень долго вызревать, падать. И здесь вот все будет залеплено вот этим вот жижей, этими мятыми ягодами, и будет пахнуть вареньем, как будто бы здесь наварили варенье и вот тут пролили эти банки. Я подъезжаю к дому Крестьянская 26, где
у нас квартира. Тут вот черешня вот видно, красивая тоже. Розы. В общем, все так по-летнему. По-летнему зелено. Запахи. Это вот построили буквально недавно. Ну и вот, друзья, кто хочет снять квартиру у меня, то вот, пожалуйста, вот в этом доме вы можете снять квартиру. До моря здесь 20 минут пешком. А вот практически до того места, где я был сегодня на пляже Премьера. Ну, Премьера немножко подальше, а вообще пляж у Анапки, там Янтарь, Голубая Даль, это вот здесь совсем рядом. Вот такой у нас двор. Здесь с детьми, попугай он на дереве сидит, сосна такая замечательная, ива. Тут у нас слива и яблонька. Ну, все, друзья, это был канал Альбатрос. Сегодня 1 июня 2019 года. Подписывайтесь на канал. И всего вам доброго. Кстати, тихий двор. Вот пока я там был, там тихо. Конечно, здесь вот улица Крестьянская, она такая шумноватая, потому что переходит в Анапское шоссе, и все там на выход. Поэтому всего вам доброго. До следующих встреч.